Итак, как я запускаю стримы на планшете, когда плеер стрима Кибергейм. Открываем браузер. Допустим, я хочу посмотреть Фэбр Домино на СК2 ТВ. Вот он уже есть в истории. Открываем. Чего-то так долго грузится, не знаю. Итак, вот он, чатик нормально загрузился. Но плеер в виде ошибки. И с этим ничего не поделаешь, кроме... Открываем новую вкладку. Здесь вписываем примерно вот такой адрес. Только, ну, у меня просто в истории ближайший... Тут сейчас другой вписан. Ну вот. То есть там идет... Блин, не видно. API kibergame.tv/p/embed.php вопрос c равно fabled подчеркивание домино. Почему подчеркивание? Потому что это именно адрес кибергеймовского канала. Потом ив равно 100 pc и h равно 100 pc и type равно embed. Переходим по этой ссылке. И здесь у нас открывается полноэкранный плеер. Запускаем плеер. Ну, разумеется, пропускаем рекламу пальцем. Ну, эту еще ладно, нормально. Вот которая с крестиком, это вообще жесть. Еще успеваем громкость включить тоже, пока не исчезла панель плеера. Вот, но нам же нужно еще в чат писать. Для этого мы открываем ту страницу в новой вкладке. В новом окне, в смысле. Делаем его так на бок. Потом делаем вот так примерно чатик. И все, вот теперь у нас слева стрим, справа можно писать в чат. Ну, а если был бы Good Game, то у меня было бы там прямо на странице, как обычно.